Добрый день, дорогие друзья. Сауна парная. Вопросы на эту тематику. Я выделил 20 вопросов, которые наиболее встречаемы в этой теме. И давайте просто их по порядку рассмотрим. Итак, применение парных и саун. Для чего это нужно? Как это должно происходить? И давайте поразмышляем на эту тему. Итак, существует понятие саун. Это парные, очень сухие достаточно, с температурой от 90 и выше градусов. Влажность, как правило, не превышает 20%. Парные – это температура, как правило, от 80 градусов и выше, а вот влажность достигает 80 и более процентов. Но также существуют и хамамы, где влажность очень большая, почти 100%, а температура от 48 до 55 градусов, не выше. И также есть такое понятие, как санариум. Это 65 градусов Цельсия и небольшая влажность до 30%. И прежде всего опыты, которые проводили на одних и тех же людях. Это были спортсмены, это были студенты, это была молодежь. Они выявили наиболее оптимальное потовыделение при температуре 65 градусов плюс-минус. И это тоже необходимо знать. Теперь такие вопросы, как кому это нужно? Прежде всего, это нужно здоровым людям для поддержания своего здоровья. Это нужно спортсменам, это нужно военным, полицейским, это нужно всем тем, кто активно физически работает, тратит очень много физической силы, энергии. И эти люди, они находятся в числе тех, которым необходимо и показано регулярное употребление, применение саун и парных. Теперь вопрос, кому это не нужно или кому это будет вредно. И такая категория людей также есть, это гипертоники. Если у человека давление 150 на 100 и выше, то сауны и парные ему противопоказаны. Онкологические больные, а также лица, которые имеют склонность к возникновению онкологии, им также это противопоказано. Все виды грыж у людей также есть противопоказания. Шизофрения – это также противопоказание. А также острые формы любых заболеваний, при которых температура тела выше 38 градусов по Цельсию. Это также противопоказание. Теперь, как часто необходимо использовать парную или сауну? Минимально один раз в неделю, а максимально ежедневно, но желательно хотя бы не более одного раза в день. И более подробно сейчас мы к этому вернемся. Количество заходов в парную зависит от частоты посещения парной и саун. Если вы раз в неделю посещаете, то вы можете сделать с хорошим отдыхом по полчаса, по 20 минут, повторить это до 5 раз максимально. Но если вы ежедневно посещаете парную или сауну, то вы можете либо просто прогреть свое тело, либо довести его до пота, отделение, либо один раз посидеть до легкого утомления. И такой тоже вариант применим. Что происходит при том, что люди посещают парные и сауны? А происходит следующее. Очищение кожи, мышц, а также суставов от шлаков. От тех отложений, которые образуется в результате нашей жизнедеятельности, чрезмерного питания или чрезмерной физической активности. Это также необходимо знать. На какие органы
выпадает наибольшая нагрузка при посещении парных и саун? Прежде всего, это мозг человека. Это его кожа, это его легкие, это его сердце, это его сосуды. Но также печень и почки участвуют в нагрузке. Следующее. Есть ли закаливающий эффект от посещения парных и саун? Да, есть. И закаливание, это слово не только означает воздействие на наше тело холодом, нет, но также и теплом, жарой. И поэтому вот эти колебания от холода до жары, они применительны и к посещению сауны парных, потому что после завершения очередного пребывания в термическом помещении, вы, выйдя, можете облиться холодной водой, принять холодный душ или прыгнуть в реку, озеро с обычной температурой или остуженное зимнее время водой, а также вы можете окунуться в снег, и такое тоже происходит. Следующее. Кому и сколько необходимо пить воды? И вот здесь мнения, конечно, расходятся. Если человек здоров, то я советую воздержаться от приема пищи при двукратном посещении парной или саун. А на третий раз, или, скажем так, после третьего раза уже принять воду. Для чего это делается? Воздействуя первый раз на кожу и очищая ее, и затем не принимая воды, мы достигаем того, что наши мышцы более эффективно будут очищаться. Но если мы выпьем воды после первого посещения, то в основном вода очень быстро всасывается в нашу кровь, и затем очищение мышц будет неполным, неэффективным, неглубоким. Поэтому, если вы здоровы, то после первого и второго посещения вы избегаете приема воды. А вот после третьего вы уже пьете воду по самочувствию, по необходимости, но не чрезмерно, чтобы нагрузка на сердце не была слишком большой. Теперь, можно ли пить после посещения парных, скажем, чай, кофе, пиво или алкоголь? Нет. Желательно в самой парной сауне, а также после ее посещения, хотя бы в течение 3-6 часов, не употреблять мутной жидкости. Это должна быть максимально чистая вода. Теперь, контрастный душ. Нужно ли его применять после каждого посещения сауны? Да, нужно. Но этот контраст, он должен быть мягким вначале, а затем становиться все более и более сильным, усиленным. То есть вначале вы делаете прохладный душ, затем вы делаете более холодный и доводите так до очень холодной температуры воды, то есть примерно 4-6 градусов по Цельсию. Время посещения очень индивидуально, и мы должны знать, что у каждого человека эта индивидуальность очень-очень разнится. Но и само посещение утром, днем или вечером разнится. Важно, чтобы вы имели возможность в этот день хорошенько отдохнуть после посещения парной. Полежать или даже поспать. Есть ли смысл в том, чтобы применять разные ароматизаторы для посещения парной? Конечно, есть. И есть ароматизаторы, которые усиливают ингаляционные воздействия на легкие человека. И я предпочитаю так называемый чайный уль, то есть китайское масло,
Но вы можете применять также эквалипт, хвою, мяту, чабрец и другие такие же средства. Необходимо ли круглогодично использовать парные и сауны? Да, это необходимо. Независимо от того, что за окном у нас лето, применение саун в более редком варианте, но также необходимо. Голодая, есть ли необходимость посещать парную? Да, есть. Во время голодания обостряются процессы очищения и избавления от хронических или острых заболеваний. Поэтому, если вы голодаете короткое время, от 1 до 3 дней, то в первый день желательно посещение парной или сауны. Если вы голодаете среднюю продолжительность, а это условно от 4 до 8 дней, то вы можете посетить парную в первый и последний день голодания. Если же вы посещаете, используете голодание длительное время, условно более 8 дней, 10, 14 и более, то посещение парной возможно через каждые 5 примерно дней. Это будет хороший тоже эффект, но очень-очень индивидуально подходите к этому вопросу. Совместим ли массаж с сауной? И если да, то когда его делать? До, во время или после посещения сауны? Массаж, как и сама сауна, это очень мощное физиотерапевтическое воздействие. Я бы не советовал одновременно совмещать эти две процедуры. Поэтому лучше всего, если вы будете отдельно применять массаж и отдельно сауну или парную. Когда и сколько необходимо есть? И нужно ли это делать в дни посещения сауны и парных? Конечно же, есть необходимо. И важно, чтобы перед посещением парной или саун вы не были чересчур голодными. Поэтому вы можете поесть банан, яблоко или что-то очень легко усвояемое. И затем через не менее получаса уже вы можете посещать парную или сауну. Посещение сауны парных во время болезни, как это все выглядит? Да, при гриппе, при заболеваниях ОРВИ человеку необходимо прогреться при условии, что его температура не поднялась выше 37,8 градуса. То есть, если 38 градусов температура тела, то посещение парной саун уже не целесообразно. А так в остальных случаях это хорошая ингаляция, и при выполнении дыхательных упражнений это поможет более быстрому избавлению от вирусов. Техника посещения парных и саун, она индивидуальна, но заключается она в том, что вы вначале входите сухими в парную, стоите в течение хотя бы полуминуты стоя, затем садитесь на самую нижнюю ступень, посидите там хотя бы еще одну минуту, затем на средней ступеньке вы расстилаете свое полотенце и ложитесь в горизонтальное положение, и через 1-2 минуты вы можете, если есть такая возможность, поднять свои ноги и поставить их под углом 40-45 градусов на стену. И в этом положении также вы можете понаходиться какое-то время, 3-5 минут, затем снова лечь в горизонтальное положение. Затем вы садитесь, и перед выходом из парной и сауны вы вновь стоите у двери условно полминуты, одну минуту. Кроме того, очень важно знать о том, что в дни посещения парных и саун категорически запрещены
прием алкоголя, а во время посещения парных и саун очень важно соблюдать духовные определенные действия, такие как запрет употребления матом, плевание, употребление алкоголя, обливание внутри сауны парных, внимание, оно связано с тем, что вы не одни находитесь там. И поэтому это категорически также запрещено. И громкий разговор запрещен, а также разного рода сплетни и употребление тем, которые могут привести вас в ссору с другими людьми, также не нужно производить. Как же необходимо начинать посещение этих парных и саун любому человеку, который выразил желание начать эти действия на регулярной основе? Прежде всего, необходимо посетить врача, замерить свое давление, а затем решить, какой из видов воздействия вы хотите применять: хаммам, парную, сауну или это санариум. И я повторюсь, что санариум – это парные с температурой в 65 градусов при низкой влажности до 30%, наиболее оптимально потовыделение в этих парных. Это достигнуто было опытным путем, поэтому 65 градусов – это то, что вызовет наиболее мощные очистительные процессы. А более высокие температуры, они, конечно, не позволяют человеку длительное время находиться в этих помещениях. Вот такие рассуждения о парных, о саунах. Желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.